mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I... Привет всем, кто смотрит это видео, с вами Мистер Хамелеон и продолжение One Up'а с Луисом Муриэлем. В предыдущей серии Муриэль меня очень порадовал своей результативностью, мне удалось поменять сразу 4 бронзовых игроков на уровень выше. Я надеюсь, что это был не предел его возможностей, и он еще покажет свой бомбардирский характер в следующих матчах. Ну что ж, я готов, думаю, у нас получится сыграть пару каточек сегодня. Итак, соперник готов, окей, поехали, что у него там за составчик? Ну, неплохо, все на своих позициях, но сыгранности все равно никакой нет, но уже будет посерьезнее, чем первым выпуском наш был соперник. Хорошо, погнали. Сразу же атака соперника, первый момент, вратарь, нужно выходить, давай. Какой момент уже нужно было пропускать на первых же минутах? Полито, красавчик, затащил такой нереальный мяч, вообще, супер. Так, нужно отбиться, мяч будет аут, не знаю. Соперник выбрасывает, окей, пусть будет, нужно отобрать, это уже посерьезнее, так просто не дается соперник, забить ему гол. Сейчас, Муриэль, можно убегать, один на один выход, один на один убегать, давай, нужно забивать, да ну, куда? Что за момент, как можно было такой момент простать, я просто не понимаю. Ладно, еще один опасный момент, удар, гол! Я в шоке, как можно было залететь такой мяч? Вы только посмотрите. Удар с метра 30. Ближний вратарю. Без шансов, я просто в шоке. Такие мячи нереальные забивает наш Дистяра. Соперник тоже, наверное, в ахуе. Да, неплохо начинается матч. Окей, мы ведем 1-0. Я еще сейчас не могу прийти в себя после такого гола. Просто нереально. Вот, могли пропускать. Хорошо, что он не дотянулся. Ладно, мы с мячом. Еще одна атака. Нужно забивать, чтобы сопернику не давать расслабиться. Пас, Муриэль с мячом. Можно уходить. Муриэль уходит в фланг. Давай, Муриэль рвет. Прорывается. Нет, запутался в мяче. Нет, не потерял. Уходит, уходит в центр. Можно на финтах уходить. Уход, удар. Вверху по сетке прошлось. Окей, не повезло в этот раз. Ну ладно, пусть будет. Атака соперника. Он тоже уходит флангом. Наверное, по-любому будет навешивать. Навес нужно перекрывать. А нет. Отскочил. Этот раз уже я отскочил. Неплохой был удар. Окей, первый там кончился. Сейчас будет второй. Погнали дальше. Счет 1-0. Думаю, это не предел того, что мы сегодня сможем показать. Окей, атака, выход. Выход 1 на 1. Пас, Муриэль. Пижон, ну, сука. Какой мяч забивает пяткой. Видели, красавец? Красавец, мяч. Мяч красавец. Сейчас будет повтор. Да, вот. Просто изи. Красивый мяч вышел. Пяткой Муриэль закачивает, закочивает мяч в пустые ворота, можно так сказать. И счет у нас уже 2-0. Это уже серьезные преимущества. Соперник что-то ничего еще не показал нам в этом матче. Вот еще один выход. Муриэль один на один убегает. Давай, нужно бить. Замах. Вратарь не кинулся. Штанга! Какой момент! Я в шоке. Здесь нужно было забивать еще один мяч. Хотел сначала на замахе, не вышло, потом штанга. Вот еще один момент, Муриэль еще убегает один на один. Здесь точно нужно забивать, уход. Что? Пенальти! За что? Да пусть... Да ладно. За что там был пенальти, я вообще не понял. Ну окей, будем забивать, что поделаешь. Давай попробуем на силу. Почти взял, но Муриэль красавчик, пробил достаточно сильно. Вратарь, не знаю, что ему помешало взять этот мяч, он вроде и угадал, но прыгнул вниз. Муриэль ударил ему над головой и забил. Счет уже 3-0, хит-трик Луиса Муриэля. Повторяется та же ситуация, что было у нас в первой серии. Окей, но у нас еще есть 20 минут, еще один уход. Можно проходить. Навес, Муриэль, нужно забивать. И покер, да, 4-0, это уже конец.
Можно закрывать лавочку, здесь все понятно. Я не знаю, как соперник держится, я бы уже давно вышел с матча при таком счете. Просто изи. Здесь превосходство одной команды над другой просто видно невооруженным глазом. Окей, еще одна атака Муриаль, можно забивать. Уход! Ну это уже запижонился. А соперник чуть сам себе не закатил этот мяч. Окей, будет угловой, хорошо. Ага, как обычно. Разыграли херню. Все, уже 90-я минута, скоро конец матча. Соперник, не знаю, забьет. Не, вряд ли он. Сейчас будет свисток, вообще штрафной был еще. А, да, там было нарушение, кто-то из моих нарушил. Окей, соперник выбивает мяч. Давай, судья, свисти, уже все равно здесь все ясно. А нет, я думал. Еще последняя атака. Ну окей, неплохо. Первый матч 4-0. Достаточно хорошее преимущество. Вот 11 даров, 4 гола. Сейчас поменяю 4 игроков на уровень выше. Знаю кого. Сначала, наверное, поставлю левого полузащитника. Потом можно еще в центр кого-то. Тоже, да. Центрального полу поставлю. Защиту кого-то тоже нужно поставить. Так, троих уже я выставил. Так, еще одного. И кого? Не знаю. Нужно посмотреть, кого еще можно поставить. Наверное, поставлю тоже центрального полузащитника уже, чтобы была опорка у нас полностью рарной, бронзовой уже. Ну окей, пусть будет. Сейчас мы пойдем в другой матч. Нам остается забить еще 2 гола. Поехали. Состав соперника так себе. Вроде на своих позициях, но побед и поражений у него значительно выше, чем у прошлых соперников. Думаю, не будет так просто этого уже выиграть. Окей. Бежим по флангу, отдаем центр, сразу же ошибка, но нет, обрезка, Муриаль, можно уходить. Давай пас на выход, Муриаль уходит уже на один на первых минутах. Муриаль, нужно забивать. Не попал. Да ладно. Как это? Да вы издеваетесь. Вот это прикол. Ну, окей. Пусть будет, что поделать. Вот обрезка соперника, можно уйти, пас Луису Муриаля. Стеночку, штрафной, да, здесь был штрафной. Задержали корпусом. Так, сейчас будет опасный штрафной, попробуем пробить. Блин, немножко засильно, обидно, можно было забивать. Но немножко я переборщил силой удара. Хорошо, соперник атакует. Обошел, да, признаю. Нужно держать, не дать пройти, да, навес. Хорошо, будет угловой. Сейчас будет подача углового от соперника. Так, выносим мяч. Куда угодно, так, один потеря. Так, сбивайте потери после угловых. Вот, сейчас будет такой же штрафной в мою сторону, как только что я бил. Так что он сейчас сделает, как он примудрится пробить сейчас, что я охуею, наверное, да? Ну да, неплохой, конечно, был удар, немножко не попал. Окей, еще одна атака соперника. Не, отбор. Можно быть контратака, Муриаль, можно уходить. Нет, уходит, все-таки уходит. Муриаль бежит. И что? Нужно обводить. Есть, первый пошел. Хорошим обводящим ударом дальний вратарю. Первый гол пошел, правда, в конце первого тайма почти, но все равно приятно. 1-0 мы ведем. Команда у него манда. Лол. Окей. Сейчас опять он бежит по флангу. Понятно, все. Пробуем покатать мяч. Не удается, обрезаемся. Еще, короче, в центре поля близкая борьба выходит ни туда, ни сюда. Можно в стеночку, но я немножко поспешил. Нужно было подождать, чтобы он открылся. Но нет, еще одна атака может быть. Нет, что здесь? Это эти руки. Отскок был. Ладно, конец первого тайма, наверное, еще будет свисток, да, судья дает знак, что пора уходить на перерыв. Начинается второй тайм, и мы опять понесли вперед, но соперник не дает нам так просто забивать мячи.
простой. Мяч отдал, можно было и пробить-то, но вряд ли Ливерской пропустил. Но все бывает. Вот Луис Мериан можно попробовать. Нет, не получается, не получается. Такие защиты играют соперник достаточно хорошо, не дает проходить. Так как в том матче или вообще в первой серии, это вообще проходил себе спокойно. Вот мы реально на пейсе уходит. Можно уходить? Давай, нужно бить. Есть, есть. Второй мяч пошел. Девятку. Отлично. А просто отлично. Уже два гола мы сегодня забили в этом матче. Просто прекрасно, посмотрите. Без шансов вратарю, пробил, красиво, точно, 100% гол. Неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас еще может быть одна атака, Мурять с мячом. Нужно сыграть, нет, не получается опять стеночку сыграть, но мы не потеряли мяч. Вот еще одна атака, Мурять что-то творит. Удар с дальней, нет, не все так залетают, конечно. Но все равно приятно было, если бы попал. Удается мне обойти. Пробовать на финтах, что он здесь штрафной вроде был. А да, это я нарушал. Судья не свистел. Не свистел, дал продолжить атаку. Вот опасный момент, соперник обрезался. Можно сыграть стеночку, нет. Не удается. Опять перехваты, перехваты. Игроки все-таки бронзовые, пасы у них как-то не очень хороши. Вот, удар, удар! Гол. Лол. Прикольно. Вообще не думал, что даст мне ударить соперник, так как там плотная борьба была, но Мориаль все-таки выпередил и пробил. Хорошенько и забил. 3-0. Хитрик Мориаля во втором матче. Отлично. Просто супер. У нас получается сегодняшняя серия. Мы за два матча, можно сказать, забили уже 7 голов. Просто отлично. Ну да, матч скоро кончится. Что там было? Да, угловой будет, я в подкате выиграл, сейчас соперник будет навешивать, его любимое дело, пробить мы все. А нет! Блин, могли пропустить сейчас, из-за собственной ошибки. Вот, все. Матч кончился, с счетом 3-0, хитрик Луиса Мориаля, что не странно. Вот, мы видим, сейчас мы поменяем уже двоих игроков, у нас команда становится полностью бронзовой радой. Так, нам остался центральный защитник еще один. И справа поставлю. Вот. Ура! Мы достигли этого во втором выпуске даже, можно сказать, уже вся команда полностью бронзовая радная. Ну, у нас мы забили 3 гола, мы можем поменять еще одного. Ну, я, наверное, поставлю вратаря, все-таки серебряного. Так что тащил. Ну, это тоже не пропустил ни одного мяча. Отлично сыграл, спасибо ему за хорошую игру, но пришло время уступить вратарю по рангу выше. Вот, как вы видите, у меня в команде уже есть один серебряный игрок. Этот выпуск подходит к концу. Всем спасибо, кто следит за этим ванапом. Скоро будет новое видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, можете лайк поставить, если понравилось. Всем удачи и до новых встреч.